Если вы в зрелом возрасте и не за горами ваш законный выход на пенсию, или вы уже находитесь на пенсии, то вопрос, как жить дальше, для вас далеко не праздный. И для себя я эту дилемму решил 5 лет назад. И тогда мой вердикт был именно не просто выход на пенсию, а создание новой счастливой жизни после выхода на пенсию. Меня зовут Виктор Князев. Я интернет-предприниматель со стажем более 4 лет. Автор курсов и тренингов по компьютерной грамотности. И с компьютером работаю более 15 лет. Автор блога «Начинающим пользователям компьютером» и основатель школы подготовки технических администраторов. Преподаватель Академии заработка для тех, кому за 50. Живу активной и плодотворной жизнью, финансово независимый человек. Люблю машины, велосипед, путешествия и свои новые увлечения инфобизнес, который помогает мне всем этим заниматься и жить именно такой жизнью. До этого я последние 20 лет отработал на Крайнем Севере вахтовым методом, занимался автоматикой и телемеханикой нефтяной отрасли. И именно тогда во мне созрело горячее желание не просто ждать приходящей пенсии и дальнейшей старости, а начать менять свою жизнь с нуля, стать финансово независимым человеком и не жить от зарплаты до зарплаты. И это я начал делать уже будучи работающим человеком, а после выхода на пенсию изменил и весь образ своей жизни. Сегодня мой обычный день начинается в 7 утра. Это личная гигиена, обязательно медитация с настроем на предстоящий день, дыхательные упражнения, обычная утренняя зарядка, пробежка на эллипсоиде и игра на синтезаторе. Все это очень помогает мне понять, услышать и почувствовать себя с самого утра. Далее проверка всех моих интернет-ресурсов, от почты, аккаунтов в соцсетях, моих обучающих программ, вопросов по обучению в Академии заработка. Ну и после этого уже заработанный завтрак. Затем обязательная утренняя прогулка пешком, поездка на машине по делам текущего дня. Далее запланированные переговоры и работа с партнерами и клиентами. Затем обед и после обеда медитация и получасовой отдых. Во второй половине дня у меня вторая обязательная прогулка. Летом это велосипед. В 5 минутах езды от меня отличный сосновый лес и поле. Место для моих велосипедных прогулок и творческих изысканий. Природа очень здорово помогает творить и заряжаться энергией созидания. Вечером запланированные мероприятия, личные консультации, проведение вебинаров или участие в обучающих программах по своему дальнейшему обучению и развитию. Именно планомерное обучение, которое я начал в 2015 году у Владислава Челпаченко, и мое новое позитивное окружение из сегодняшних коллег и партнеров и позволили мне осуществить мои давние мечты и сегодня двигаться уже к новым целям. Друзья, мы и только мы сами можем менять свое собственное будущее, несмотря на то, что нам уже 50. Здесь важно принять решение, найти себе наставника, которого вы доверяете, и начинать двигаться вперед. Успехов вам, друзья, в этом, веры в себя и свое новое будущее.